оказывали и могут оказать существенное влияние на положение дел в регионе ответственности Шанхайской организации сотрудничества. Значительный опыт имеется потенциал, и наше общее стремление совместно решать имеющие проблемы позволяет ШОС эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. С удовлетворением отмечаю наше решение, предметно обсудили итоги совместной деятельности за прошедший год, дав высокую оценку общим результатам сотрудничества между оборонными ведомствами в 2013 году, обменялись мнениями по приоритетным направлениям дальнейшего развития взаимоотношений в военной сфере. Принятые по итогам совещания совместные коммюнике стало результатом открытого и конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам укрепления регионального мира и безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом во всех его формах и проявлениях, а также противодействие наркотической угрозе. Обсудив вопросы обеспечения региональной безопасности на фоне вывода международных сил совместной безопасности с территории Афганистана, была подчеркнута необходимость развития многопланового сотрудничества и реализации совместных, скоординированных и неотложных мер по эффективному противодействию имеющимся угрозам и вызовам. Была выражена серьезная озабоченность напряженности складывающейся в непосредственной близости от границ стран ШОС, обстановки в Сирии и их возможным негативным влиянием на региональную безопасность в пространстве организации. В ходе заседания обменялись с коллегами оценками обстановки на Украине. Подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Крыма в ходе состоявшегося референдума сделали выбор в пользу России. Сейчас сосредоточены на обеспечении безопасности полуострова. Намерены развивать его социальную инфраструктуру и создать достойные условия